Ребята, всем привет! Наконец-то выходной день, и я в лесу. Сегодня мы выбрались вместе с Викой, и сегодня именно пятая наша разведка самая удачная, потому что мы нашли наших первых героев. Вот он, самый первый герой, которого я сегодня заметила. Он бросился ко мне просто буквально под ноги. Он торчал из листвы, вот как вы видите его сейчас здесь. Это сморчковая шапочка. Это самый первый весенний гриб, который растет у нас, начиная с марта месяца. Сейчас 20 числа. И сморчки и шапочки начинают уже полноценный свой рост. Чтобы понять, что это шапочка, достаточно посмотреть, что у нее внутри. Вот эта шапочка легко снимается, видите? Поэтому от того так и зовется. Сморчковая шапочка. Съедобный вкусный гриб, нежнейший. Но это, ребята, еще не все. Однажды, заметив одну шапочку, стоит рыть листву рядышком и смотреть еще. И вот буквально рядом мы видим еще одну маленькую шапочку. Она легко достается из земли. Они очень хрупкие и нежные, эти грибочки. Вот это уже две. Но тут же рядом поднимайте глаза, ищите. Вот он. Это третий самый крупный экземпляр. Этот экземпляр просто находился в толстом слое листвы. Если бы это не разгребли, никто бы его не нашел. Вырос бы он достаточно крупным, но набрался бы влаги и стал водянистым и не очень вкусным. А вот этот грибочек на данном этапе роста самый вкусный, самый нежный. Следующий экземпляр совсем не прятался. Я просто буквально развернулась от одного гриба к другому и нашла вот этот. Они темные, они сейчас просто сливаются с листвой. Их практически не видно, то есть стоит присмотреться к одному. Нашел один, найдешь и все остальные, то есть глаз пристреливается тогда. И тут же рядышком можно заметить еще один. Вот он, красавец. Я бы даже поломался. Буквально рядом с этими грибами. И еще один. Вот таких вот сегодня нежных малышей мы наберем в свою сковородочку. Буквально выкапывая их из земли. Можно собрать даже неплохой сегодня урожай. Да, не видно их большинство, только когда разрываешь большой слой листвы, тогда только видно. Какое огромное дерево упало. Огромный дуб. Масштабы просто огроменные. Интересно, упало оно от старости, либо нет. Но листочки того года до сих пор еще он не сбросил. Пройдя несколько метров, нами были обнаружены еще вот такие вот малыши. Видно, что здесь никто не ходил, потому что листва практически не разрыта. И их уже можно было заметить по краешку шапочки, торчащей из листвы. Ну, совсем еще, конечно, малыши. То есть их время только-только начинается в данном месте. Вот так вот, видите, как незаметно. Они скрываются. Вот она какая. И она очень большая в этой листве. Если мы достанем и посмотрим, то размерчик у нее уже достаточно хороший. Видите, какая крупная шапочка сморчковая. Вкусный весенний гриб. Наконец-то! Наконец-то улыбнулась нам удача. И мы нашли свои желанные грибы. Какое же это счастье все-таки. Лихо прячутся, но мы их все равно находим. И надо исследовать всю эту листву, потому что прячутся они сегодня очень хорошо от нас. Смотрите, как их искать. Элементарно, да, разрыли, а тут она очень даже
Неплохая шапочка сморчковая. Ножка еще маленькая, но шляпка уже достойная для сбора. Ура, ура! Какая прелесть! Боже, счастью просто нет предела, ребята. Это счастье. Совсем такие вот крошечные, которые мы тоже забираем. Видите, они почти как срослись. Два из одного лезут. И вот тут вот совсем рядышком тоже еще два вот таких вот малыша. Пахнут, конечно, вообще. А птицы как заливаются, поют. А мы косим такие вот грибочки ароматные. И солнышко вышло, и птички, и лес цветочками наполнен. И настроение сразу хорошее с грибами. Просто такой вот богатырь. Как можно ему не радоваться. Видите, чуть подсушенное, но это не так уж и важно, потому что при мойке, при отваривании он все равно разбухнет. Ну и, конечно, уменьшится в размере, как ему и положено. Вот такие вот ребята, малыши сегодня нам встречаются. Сморчковая шапочка. И вот такого размера уже, они, видите, достаточно приятные для находок. Такие экземпляры уже не грех и не стыдно жарить. Вот их сегодня мы и возьмем. Ароматные до безумия. Вот она пошла, видели? Вот, прыгает классно. Спускается. Вот такая вот у нас сегодня подружка с нами по лесу прыгает. Красотка убежала уже наверх. Ну, не боялась практически, прям рядышком с нами пробежала. Все, уже не видно, я скрылась. Погодка сегодня просто кайф, замечательная. Наконец-то опять потеплело. Восстанавливается это тепло, солнышко. И появляются грибочки, что не может не радовать. Когда есть грибы, всегда есть хорошее настроение. Наконец-то мы их нашли. Полезла, полезла по веточкам. И хвост такой пушистый, классный. Смотрит, что мы тут делаем. Вот она, прыг-скок, чуть не перевернулась. Все, белочка от нас убежала. Солнышко после вчерашнего дождика припекает, а грибочки, видимо, молоденькие повылазили. И присушиваются на солнышке. Прям жарковато. Некоторые прям подсушены. Вот такой вот еще нашли. На солнышке светится ярким. Как они подсыхают прям. А ножка толстая. Даже не водянистая. Нашла такую большую, прям яркую чашку. Она прям уже иссохлась, бедненькая. Прям высохла.
Яркая такая. Такая цифра. Роем, роем и находим вот таких вот малышей светленьких. Очень много листвы, прям большой слой, но малышей этих мы все равно откапываем, так сказать. Вот такими вот семейками они растут. Красота. И такие вот они сморщенные, похожие чем-то на строчки приплюснутые, но лезут. Вот она, маленькая крошечная жизнь, которую уже едва-едва можно заметить в густой листве. Совсем еще крошечная. Добываем сморчочки на деревьях, можно сказать. А вот там вот внизу тоже растет сморчок. И мы его сейчас заберем. И вот такой вот малыш. И Вика еще один нашла. Я не перестаю поражаться их эстетичности. Красавец такой. Даже не раскрылся. Сморщенный, закрытый такой. Какие я ушки нашла. Жирные, свежие после дождика, смотрите. Вот это вот гриб Мойер, древесный китайский гриб наш. Часто встречается в салатах китайских, корейских. Обалденная находка, очень радует, свежая. Совсем не прятался и вылез на солнышко греться. Красавец. Так как мы сейчас ходим в посадке, собираем, в основном бузина же здесь преобладает, собираем иудины ушки. Вот такие вот в полусушеном состоянии. Но вы же знаете, что ушки можно найти сухими, размочить кипяточком, и они приобретут свою мягкую, такую вот хрящевидную форму и увеличится, естественно, в размере. Поэтому обращаем внимание на опавшую бузину, такой вот бурелом. На ней очень много прям скукоженных встречается вот таких вот на вид листочков. На самом деле это мойер, черный гриб китайский, древесный. Еще многие по-разному его называют. Мы с удовольствием его берем с собой. Тоже они такие вот маленькие, сушеные. Но если их будет много, мы их замочим кипятком. Они размокнут и станут просто отличными. Их правда много. Эти прям крупненькие. Вот красота, слушайте, вообще. После дождя они обычно проявляют свой рост. Вот так вот попутно. И сейчас морчки, вы можете найти еще много других грибов в марте месяце. Красота. И это очень радует. Пробежала Вика сморчок, а я его нашла. Иду по ее следам. И нахожу вот таких вот красавчиков. Ну и это, наверное, уже на сегодня крайний грибочек. И мы пойдем, потому что уже вечереет. Сегодня мы выбрались очень поздно, после обеда. Но на сегодня, я думаю, уже нам хватит. Вика машет мне, что нет. Она нашла еще один. Покажем, что там, Викуль, у тебя. Еще один грибок? Да, и вон еще. О! Ой, целая семья. Нет, мы с вами не прощаемся. Но еще мы здесь нашли иудины ушки, конечно же. Мы их тоже собираем, сушеные. Ой, не вытянусь. Там еще один? Кто, гриб? Да, вон он. Шапка? Шапка. Вот они, красавцы. Ушки. Ушки наши. Тоже берем. Нет, мы с вами пока не прощаемся. Мы пока продолжаем сбор наших весенних грибочков.
приступим к поискам. Так, тут у нас один, дальше еще второй и еще несколько. Вот они, красавцы. Так, где-то я видела еще один. Вон там, по-моему. Вот она, вот, какая вот красота. Просто обалденно, видите? Всех размеров, 6 штук с одного места. А здесь вот, смотрите. О, какой красавец, прячется. Но мы его, конечно же, нашли. Вот он, какой красавец. Пахнут обалденно. Настоящие весенние наши грибочки. Какая прелесть. А еще сегодня мы нарвем много вкусной зеленой крапивы, чтобы делать из нее салатики, супы и даже мыть голову. Такая вот красота. Молодая, свежая, вкусная. Вот такой вот получился у нас сегодня улов. Мы сегодня открыли сезон сморчков, а точнее сморчковой шапочки. И это только начало, ребята. А первое начало сегодня очень радует. Конец марта, Краснодарский край, 2020 год. Всем спасибо, что погуляли вместе с нами. Подписывайтесь на канал, дальше будут только грибы. Всем пока!